Самая главная причина – отсутствие денег, отношений, счастья, любви. Короче, почему ничего не сбывается? В конце года, наверное, самый серьезный запрос у людей – запрос на энергию. Потому что, как мы знаем, в мире действует закон энергообмена. Чтобы что-то получить, надо что-то дать. Все, что ты можешь дать – это свою энергию. Энергия всегда следует за вниманием. То, что мы питаем вниманием, то наполняется энергией и рано или поздно становится материей. Соответственно, если у вас не материализуется или не материализуется то, что вы хотите, или очень-очень долгий, мучительный и сложный процесс, скорее всего, это говорит о каких-то проблемах энергообмена. То есть либо энергия идет не на вашу цель, а на ее противоположность, ну, вместо того, чтобы направлять энергию на деньги, их создание, приумножение, накопление и так далее, вы, например, думаете о нехватке, о бедности, о безработице, о мировом кризисе и так далее. И вам может казаться, что я постоянно думаю о деньгах, а вы по факту думаете об их отсутствии. И получается, что вы питаете энергиями бедность, нехватку и тому подобные неприятные моменты. То же самое, да, с отношениями. Вам может казаться, я постоянно думаю о мужике или о потенциальном мужике, но по факту вы думаете о той пустоте. Это может быть мужчина как пустота, он у вас по факту в жизни есть, но он не дает вам того, что вы хотите, и вы постоянно думаете об этой нехватке. Это может быть, да, наполнение энергии мыслей об одиночестве, о том, как меня недостаточно, как мне всего недостаточно и так далее. Это первая такая очевидная история. И вторая не менее очевидная история, тоже, которую я часто наблюдаю, это когда человек, может быть, и смотрит туда, куда ему нужно. Может быть, его внимание там благодаря тренингам, курсам, терапии, еще каким-то историям направлено в нужном направлении, действительно в направлении целей. Ну, тем более, что у меня аудитория достаточно осознанная. У многих есть плакаты желаний, у многих есть карты сокровищ, у многих есть какие-то доски, где вы визуализируете, да, расписываете свои цели, ставите их, и вам кажется, вот, нет, я сформулировала, а мое внимание, моя энергия направлена действительно куда нужно. Но тут может быть важный момент, у вас может быть просто не быть энергии. Просто не быть энергией, особенно если вы заявляете большую цель. Да? То есть надо понимать, что чем больше цель, тем больше нужно энергии на ее оплату. Если вам достаточно сантехника Васьки, которая выпивает только по выходным и по будням работает и приносит зарплату 50 тысяч, это одна цель, и на нее нужен один объем энергии. Если вы хотите, я не знаю, условного олигарха Ипполита, или я не знаю, кинозвезду, спортсмена, красавца и так далее, и вы понимаете, что этот мужчина, он сейчас находится вне круга вашего общения, что вы не вхожи в эти круги, что вы сейчас живете в параллельных, не пересекающихся вселенных, и вы понимаете, что чтобы такого мужчину даже просто встретить, вам нужно совершить квантовый скачок из своего мира, да, в мир, где, например, живет мужчина вашей мечты. То же самое касается денег, работы, призвания, бизнеса, домов, переездов и так далее. Да, чем больше цель, тем больше она требует энергии. Согласитесь, что переехать из Рязани в Москву – это один, да, скачок, это один объем энергии. Чтобы переехать, ну, например, из какого-то, не знаю, из Сомали в условную Францию, Америку, Англию – это совсем другой объем энергии, да, это совсем другой скачок энергетический. Соответственно, вопрос на миллион долларов. Куда девается энергия? Куда она сливается? Почему в решающий момент, когда ее нужно направить на материализацию цели, ее может не хватать? И тут большинство людей совершают классическую ошибку. Когда пытаются подсчитать, а куда я израсходовал свою энергию, куда я ее слил, мы обычно смотрим и анализируем, что я делала. Что я такого делала, что я потеряла энергию? И, соответственно, очень многие думают, что если вот так вот лечь, короче, расслабиться и ничего не делать, энергия восстановится, придет, приумножится. Это огромная глобальная ошибка. Друзья, запомните раз и навсегда. Энергия сливается не столько в действие, сколько в бездействие. И если вы понимаете, что вам не хватает энергии на материализацию своего желания, думайте не о том, а что я такого сделала, что я потеряла все силы. Ох, я на работу сходила, ох, я в спортклуб съездила, ох, я с подругами встретилась, ох, я пол помыла. Вот там я, наверное, все силы и растеряла. Нет. На самом деле,
Гораздо больше сил и энергии вы растеряли в своем бездействии. Смотрите и анализируйте, что я не сделала. Ничто не отнимает энергию так, как подавленные желания, подавленные импульсы. Из серии, когда я хотела пойти, не знаю, на массаж или хотела пойти в бассейн. Ну, сейчас что-то устала, а сейчас сил нету, а сейчас погода плохая, а сейчас что-то денег не выплатили, а сейчас что-то это. И вот ты берешь и какое-то простое даже желание, типа пойти в бассейн, откладываешь, 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 откладываешь. Оно висит у тебя, как незавершенный гештальт, как висяк, и отжирает у тебя силы. И так совсем, пока ты фантазируешь, как вот давно хочу сходить к стоматологу, давно хочу на массаж, давно хочу это, давно хочу попробовать то-то, давно хочу завести новый аккаунт, давно хочу принять такое-то решение. То есть все незавершенные импульсы, все несделанные дела, все вот эти висяки, когда давно хотела ему высказать что-то в лицо, и все молчу, все замалчиваю. Давно хотела попросить прибавку к зарплате, но все как-то что-то жду подходящего момента. Все ожидания, все наши непринятые решения, все затянутые выборы, когда вот я выбираю и выбираю, и выбираю, и выбираю, и никак выбрать не могу. Вот туда уходит вся энергия. И это настолько фатальный процесс, что я вам скажу так, любой выбор, любой, самый тупой, самый дурацкий, самый сделанный наобум, и то сделает вашу жизнь лучше, чем не сделанный выбор, чем не принятое решение. Потому что, ну, по сути, ошибок не бывает. Да? То есть, что бы вы ни выбрали, вы получите именно тот опыт, который вам нужен. Именно тот опыт, именно те знания, именно тот шаг, который вам нужен. Выбор – это шаг вперед. Отсутствие выбора или решения, или бездействия, да, это топтание на месте, где из вас сливается энергия. И так с годами у вас ее становится меньше, 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 меньше. Поэтому до Нового года самое важное, самое лучшее, что вы можете для себя сделать – почистить все висяки. Все люди, с которыми вы хотели расстаться и не расстались. Все решения, которые вы хотели принять и не приняли. Все выборы, которые вам нужно было сделать, а вы не сделали. Вот это все почистить. И, конечно, все желания… Почему не исполняются большие желания? Потому что вы глушите и давите мелкие. Ты думаешь, не схожу на массаж, быстрее накоплю на дом. Нифига, так не работает. Не работает так. Ты подавляешь вот такое вот малюсенькое желание, ты вот такое вот маленькое, хорошее не можешь для себя сделать и ожидаешь, что Вселенная тебе даст больше, чем ты готова дать сама себе. Алло, проснись, если ты сама себе не готова дать даже по мелочи, массаж, бассейн, какие мелкие хотелки – ты могла бы исполнить сегодня, но ты откладываешь, потому что надо копить, сейчас не время, сейчас не место, я у себя на последнем месте. И как можно при этом ожидать, что Вселенная для меня какое-то чудо сделает, что Вселенная мне даст что-то такое, что я сама себе давать не готова. Вот такая у меня для вас сегодня информация, надеюсь, вам это было полезно. Кто понимает, что энергия уже на минимуме, кто понимает, что энергию надо срочно поднимать, пожалуйста, кундалини практики, йога любви, йога изобилия, сейчас также вышла йога изобилия 4.0. Это самые быстрые практики для того, чтобы моментально поднять энергию. Если говорить про йогу изобилия 4.0, по вашим просьбам я сделала ее бомбически удобной. Она разбита на 7 мини-практик по 7 чакрам. Каждая практика занимает 10-15 минут в день. Ты делаешь ее один раз в день, и у тебя на целый день, а то и на неделю прибавляется энергии и сил. Кроме того, каждая из чакр, да, направлена на проработку какого-то вопроса и какого-то запроса твоей жизни. Да, первая чакра – это здоровье, энергия, сила, желание жить. Вторая чакра – это способность радоваться, дарить и получать удовольствие, притягивать деньги на наслаждение. Это сексуальность, это желанность, это чувственность. Третья чакра – это сила, это власть, это воля, это могущество, это способность добиваться своих целей. Это способность быть женщиной, женой, хорошим партнером. Четвертая чакра – это сердце, это любовь, это жизнь по пути сердца. Пятая чакра – это свобода. Многие думают, мне деньги нужны для свободы. Ха, тебе нужно право себе на свободу дать. Вот так вот руку с горла снять и перестать себя душить. Себя, свои желания, свои проявления, свое выражение. И озвучить себе и этому миру правду о себе, кто я и чего я хочу. И это работа с пятой чакрой. Шестая чакра – да, способность ясного видения, видеть больше, чем видят наши обычные глаза, видеть сквозь время, видеть сквозь будущее, видеть на тонких пластах, видеть,
кто я, куда мне нужно и как мне туда легче попасть. И седьмая чакра, да, это единение со Вселенной. Это когда Вселенная перестает быть тем, от чего ты защищаешься, ты перестаешь бороться с миром и сливаешься с миром, осознаешь себя его частью и берешь всю силу мира, направляя ее на исполнение своих желаний. Такая интересная практика, можете попробовать. Подробности по ссылке к этому видео. Поставьте лайк, если это видео было вам полезно. Пишите мне в комментариях, кто себя сейчас узнал, какие незавершенные дела, незакрытые гештальты, висяки у вас за год накопились, с чем вы намерены до Нового года распрощаться, закрыть, решить, вот просто завершить какую-то тему. И главное, помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать.